cīņu pēc K1 noteikumiem kickboksa cīņa par reitinga punktiem. Un ringā kā pirmo mēs aicinām Staņislavu Makarenko! Thank you.
Thank you.
paziņosim šīs cīņas uzvarētāju. Ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu uzvaru šajā cīņā izcīnā. Zināju, kad uzvarēs, vai tomēr gaidīju, kad informātors paziņos, kāds būs tieši lēmums? В каком раунде, после которого удара, ты уже был уверен, что все-таки твоя рука после третьего раунда поднимется над головой судьи? Легко, тяжело, какой бой удался, все получилось, что запланировал или мог быстрее Станислава выиграть? Возможно, мог, мало тренировался. А чем занимался, когда не тренировался? Шахматы. Это помогло до победы?